В этом проблема реального мира. Реальные люди. Мы не компьютеры с программным обеспечением, которые управляют железом. Мы нерациональны. Некоторые из нас такие. Некоторые из нас думают, что такие. Ты слышала про Джонатана Хайта? Социальный психолог. Ты веришь в Бога? Нет. Простая сделка. 10 баксов за твою бессмертную душу. О, и тебе нужно поставить подпись на бумаге. Ты согласна на сделку? И эта пауза говорит все, что тебе нужно знать о людях. Момент, когда убеждения наталкиваются на пласты психологического багажа, в которых завернули эволюция и общественные условности. Ты не веришь в религиозную концепцию души, но все же не решаешься продать свое. Существует разрыв между рациональным мышлением и рациональным действием, между программным обеспечением и железом.